Всем привет, всем добрый день. У нас уже практически 5 часов вечера. Сегодня пятница. Какое число? 30-е. Вот, да. Я сегодня целый день бегала с работы на работу, с работы на работу. Короче, целый день вот так. Бадя, не гавкай. Вот, все было прекрасно, тихо и спокойно. Только начала снимать, сразу Бадя начал гавкать. Вот. Как вы видите, я приняла душ, у меня сейчас будет последняя клиенточка, пойду отработаю и все. И потом очень хочется куда-то поехать, очень хочется где-то походить, погулять, подышать свежим воздухом. Ну вот, ну не знаю, посмотрим, как у нас это все получится. Ну вроде мы собираемся поехать куда-то погулять, там на какой-нибудь пляж, набережную и так далее, Хайфа. У нас здесь рядом возле Крайот, неважно куда, лишь бы куда-то поехать. Потому что очень надоело уже сидеть дома. Получается, работа, дом, работа, дом, дом, работа. Вот надоели и работа, и быт. Вот просто хочется куда-то походить, погулять, отдохнуть душой и телом. Здравствуйте, молодой человек. Чё ты шумишь? Пани, чё шумишь? Чё шумишь, а? Время у нас уже 7:30, как вы видите, у нас уже сумерки, смеркается, и там где-то что-то горит. Вон дыма идет. Только что увидела. Камеру включила и увидела. Смотрите, там где-то пожар. Ага. Черная. Потому что не пожар, потому что 2 дня назад в том же месте. Мы сейчас едем, короче, помните, я говорила, что мы хотим куда-то поехать вечером. Вот, думали, сначала поедем в Хайфу к сестре, вот, но надо же было сначала поужинать, а потом ехать в Хайфу к сестре. Поэтому мы решили совместить, как говорится, приятное с полезным, и старший брат моего мужа, они поехали к себе на огород, на землю, на плантацию, как это говорится, не знаю. На участок, вот, на участок, точно, да. И они там делают шашлычки, вот, и позвонили, пригласили нам. Ну, мы согласились, я сделала, да, салата. Сейчас купим, что нам купить надо, сказали, воду и... Блин, как они называются? Лёд. Сейчас купим и поедем. Нас здесь тоже сделали недалеко от нас, где мы живем, сделали еще одну большую площадку. Здесь, конечно, площадь побольше, чем у нас, вот, и поэтому на нашей площадке сейчас намного тише, чем было раньше. Поэтому, знаете, как разделяются детки, ходят и туда, и сюда, поэтому у нас и тише, и чище стало. Hyundai, Christine. Вот такой вот участочек. Как хорошо, такой ветерок хороший. Дети ищут клад. Не кричи. Помидорчики. Я вам покажу урожай. Уже спеют помидорчики. Вон сколько помидорчиков.
Есть еще как типа что-то кабак. На арабском это называется ареа. Вот видите, она растет большая, и мы потом, я, кстати, часто готовлю, у меня даже есть видео, начиняем, как перец фаршированный, рис и мясо, то же самое, и помидоры, помидоры. Это ореховое дерево, как я поняла. Это опять помидоры. Виноград. Сейчас флеш, вот. Виноградик. Лучше выключу, а то от этого, ну, от книжки вот этой, не от книжки, как чехол, чехол. Здесь у нас мандарины, вот они. Видно? Вот они, мандаринчики. Ах, пахнет мандаринами. Это у меня в руке мята очень вкусно пахнет. Так, что тут еще мне показывали? Это я не знаю, что. А, это бомали. Бомали, но здесь нету ягодок. Или вот это бомали. Забыла, не знаю. Это апельсин. Вот сейчас тут апельсинчики вам покажу. Вот апельсинчики. Пахнет. Пахнет апельсинчиком. Это не апельсинчик, это грейпфрут. Не апельсинчик. Чего ты пришел? Маст? Откуда маст? А что такое? А зачем вам? Я хочу крабик. Всем привет, я сегодня еще не здоровалась, у нас уже 4 часа, наверное, скорее всего, уже 4, да, потому что последний раз, когда я смотрела, было 3:30, но уже прошло больше 30 минут, наверное. Мы, вы как понимаете, на море, на пляже Ахзив, северная часть страны, отдыхаем, кайфуем. У меня работа была сегодня рано утром, 9 часов, должен быть выходной, но... Но, как всегда, знаете, кто-то тогда дописался, ну, ничего страшного. Слава богу, единственное, что не выспалась. Вчера были на участке брата старшего моего мужа. Я вчера снимала урожай и так далее. Вот, приехали поздно, естественно, пока приехали, пока уснули, ну, где-то, наверное, в 2:00. Вот, а встала я уже в 7:00. Стало, ну, получается, 5 часов поспала. Вот моя проблема, у меня вечно недосып. И знаете, приехали домой, какая-то такая была тревога, какое-то такое непонятное состояние у меня было. Вот, и при таком состоянии очень тяжело засыпать. И потом, естественно, если вы засыпаете вместе с вот этим чувством тревоги, какое-то такое, знаете, непонятное, предпаническая такая атака, знаете, ощущение предпанической атаки, вот, то, естественно, вам снятся всякие разные ужастики, всякие разные нехорошие сны. Вот мне тоже сегодня такой приснился ночью, я утром такая прям встала, я вообще была
как, знаете, вот, ну, такой эффект очень сильно после плохого сна, вот, еще такие, знаете, есть сны реалистические, вот, вы прям как будто там вот были, все это по-настоящему и так далее, то есть просыпаясь вот с теми же самыми чувствами, которые испытывали вот в этом сне, это очень тяжело, потом очень тяжело от этого, ну, как, расслабиться, не знаю, как забыться, что ли. Вот, очень тяжело. Ну, пошла на работу, пришла домой, еще, знаете, такая чумная была. Вот, и я еще, когда собирали мы вот все наши манатки, там тормозок делала, как всегда, кофе делала. Вот, кстати, мой термос наш поломался, я свой выкинула, это мы взяли у моей средней невестки, очень хороший термос, кофе. Вот я с утра сделала, и до сих пор она такое же горячая, как и с утра. Наш термос я выгнала, потому что вот именно он не держал уже тепло. То есть мы приехали, а кофе уже холодное было. Вот, естественно, я его выкинула, потому что как термос он функцию свою не выполняет. Нужно обязательно купить новый термос, потому что мы часто куда-то ездим, вы сами по нам видите. Вот, поэтому, да, нужно купить обязательно термос, потому что, ну, не такие вещи должны быть дома, и не люблю ни у кого ничего просить постоянно. Вот, пацаны там пытаются что-то там вловить, но у них не получается. Плохо сегодня клюет, рыбка практически не клюет. Мы очень хорошо поплавали долго. Вон кто-то катается на водном мотоцикле. Очень долго плавали. Я постоянно еду на море и забываю взять с собой чехол, чтобы поснимать, сделать подводную съемку, потому что здесь такая красота. Сейчас столько, очень много рыб. Мы опускаемся в масках, и там вот просто стаи рыб очень много. И постоянно говорю, надо вот поехать на море, взять с собой этот чехол. Чехол и забываю взять этот чехол, блин. Вот такие вот дела, вот такие вот у нас новости, так что у нас такие довольно-таки хорошие выходные. Ну, да, вчера я еще работала практически целый день, вот, но сегодня вот такая вот у нас балдеж. Красота, вода теплая, знаете, нету даже вот этого ощущения, что когда сидишь на солнце, а потом в воду заходишь, и знаете, типа вода прохладная, сейчас такого ощущения вообще нету, вода теплая, ну такая не противная теплая, а именно вот хорошо, приятно теплая, заходить вообще не холодно, выходить, естественно, тоже не холодно.